Сегодня мы будем проверять различные предметы на их возможности, умение летать или взрываться. Ой, бля. У нас есть телевизор, я напоминаю. Решили привязать петарду кверху телевизора с баллончиком. Проделать дырку, ну а после этого уже добить конкретно телевизор. Просто вы смотрите, как его расху... Это пиздец. Всем привет, друзья, с вами канал На Страхе, это мое новое видео. Сегодня видео очень необычное, уверен, что вам оно понравится, поэтому заранее поставьте лайк. Сегодня мы будем проверять различные предметы на их возможности, умение летать или взрываться. У нас есть петарды 12-го Корсара, у нас есть весы, обувь, баллончики, вот такая вот штучка. Вот такая вот штучка. И гость нашей программы. Телевизор в студию. Ребята, мы безумно сильно заебались. Вот честно, другого слова не найдешь. Заебались его нести в этот лес. Кастрюлька у нас есть. И вот главный поджигатель сейчас, в общем-то, готовится уже начать делать. Но, в общем-то, смотрите. Дубль один, хую один. Поехали. Тихо, тихо. Ебать. О, четко упала. Искать не надо. Итак, погнали. Это Корсар 12, ребята. Вот она летит. Ебать! Как она полетела высоко, бля! Охуеть! Слушай, и так долго, да? Заметили, блядь? Так долго она почему-то не взрывалась, блядь. Ну это вообще крутяк, бля. Давайте посмотрим, что вообще с этим местом происходит. Кстати, это все мы отрыли. И тут вот, вот так вот. Вот так вот, разносит хорошо, хорошо, сегодня постреляем, сегодня интересно. Так, следующим будем взрывать вот эту вот коробочку, она из алюминия, видимо, она легкая такая. Только сюда не кидай. Ебать! Ах! Смотрите, какое разорвало, это вообще пиздец. Боюсь, что будет, когда мы будем взрывать телевизор, потому что мне кажется, нас накроет тут, прятаться без вариантов. Сейчас посмотрим, что произошло. Ну вот были весы, вот в таком виде они сейчас. Да-да. Их просто нету здесь. Тут просто дымится все, короче. Давай следующее, ладно. Следующая заготовка. Смотрите, вот это просто ядерная будет, ядерная. Это баллончик с искусственным снегом. Это Тимур, ему 30 лет. Ума нет. Да, мальчику 30 лет, и ему нравится взрывать петарды. Вот так. Ну, в принципе, мне тоже, да. Давай. Блядь! Ой, блядь! Ой, блядь! Вы это видели, блядь? Вы это видели, блядь? Хорошо, что я съебал. Все вовремя, я передумал там стоять. Ну, рвануло просто, пи***ц. Ребят, значит, у нас есть телевизор, я напоминаю. И проблема в том, что в этом телевизоре просто некуда всунуть петарду, чтобы все конкретно круто рвануло. Поэтому мы решили привязать петарду кверху телевизора с баллончиком.
проделать дырку, ну а после этого уже добить конкретно телевизор. Поэтому сейчас мы будем все это подготавливать. Кстати, если вам нравится, обязательно напишите в комментариях, что да, продолжай, да, круто. И мы будем покупать различные большие вещи и взрывать их на камеру огромными петардами. Посмотрим, что из этого будет выходить. Просто вы смотрите, как его расху... Это пиздец. Бля, вы просто посмотрите, ребята, блять, это жестко. Так, ну что, телевизор был? Слушай, что-то какой-то газ пошел. Какой? Во-во-во, экран остался. Давай. Осколки будут. Ну будут, а что делать? Да. А, ну вот, кстати, да, место теперь есть для обуви. Посмотрим, что с обувью произойдет. Но мне кажется, им пи***ц, как и всему, что попадает под эти петарды. Мне кажется, это отличная рубрика, взрывать все и вся вокруг. Поэтому, если понравилось, обязательно лайк поставьте. Напишите комментарий, скажите, взрывай все нах. И мы будем вот пробовать, да, покупать, в общем-то. Сегодня телевизор просто вот этот купил я на Авито. Спасибо продавцу. Все организовано. Вообще 5 баллов оценочку я поставил. Сука! Вот она, стелечка моя, смотрите. Посмотрите, как его в хуй. Вообще отлично. Вот стелька. То есть, понимаю. Я, кажется, нашел обувь. Бля, посмотри, что получилось с обувью. Сейчас получается дубль 2, ботинок и плюс телевизор. Только ботинок уже теперь внутри телевизора. И самое главное, ребят, действительно, правильно парень подсказывает, да, все делается профессионалами. Прошу не повторять, и все только в ознакомительных целях. Ну-ка покажи. Слушай, ну не разлетается, вы замечаете, насколько хорошо делали вот старые телевизоры, вы смотрите, то есть вот этому стеклу вообще похеру, оно как будто бронированное, но так и кажется на самом деле на ощупь. Следующее, сейчас будет кастрюля с газовым баллоном, смотрим. Ну, двенашка, хорошо, блять, главное, чтобы... Поехали, готов? В общем, вот так вот прячемся за деревьями. По большей части, конечно же, убегаем, потому что, ребят, ну, осколки, все, вся эта херня может полететь в любом направлении. Короче, пробовать запрещается, ребят. Это мы дураки. Ебать! Вы видите, как она летит? Сука! Вы это видели, блядь? Я успел последний момент отойти на... Она, блядь, прям меня прилетела. Это пиздец. Сейчас мы попробуем доуничтожать телевизор. Да, телевизору похер. Качественно.
очень качественный. Да, да. Вы, наверное, спросите, ну, точнее, нормальный из вас спросит, а кто все это будет убирать, ребята? Так я вам объясню. Убирать будем мы.